Концерт «Магия струн» собрал в одном месте настоящих любителей гитары. Здесь, в исполнении золотого медалиста Дельфийских игр Данилы Белокрылова, прозвучала музыка народов мира в специальной обработке для этого шестиструнного инструмента. Юный гитарист приготовил своим почитателям немало музыкальных сюрпризов. Аргентинская танго, бразильские, румынские и молдавские танцы, классические арабески – вот лишь часть программы выступления. Нечасто такие произведения можно услышать именно в гитарном исполнении, ведь большинство из них написаны для игры на других инструментах. Почему же именно гитара? Многие известные произведения на гитаре, они звучат по-особому, конечно. Вот, не так, как на скрипке, как на фортепиано или в оркестре, не так масштабно, не так, может быть, там громко, монументально, но очень тонко и по-своему. Действительно, гитара очень камерный инструмент. Она буквально разговаривала с каждым слушателем один на один. Пленила аудиторию и невероятная атмосфера концерта, который прошел на открытом воздухе, в уютной беседке в окружении вековых деревьев. В таком великолепии, при такой природе, с такими деревьями, послушать живую музыку, гитару особенно. Это очень, очень здорово. Отдыхаешь, то есть получаешь положительные эмоции, получаешь какой-то заряд, релакс. Ну, то есть замечательно. То, что мы сейчас первый раз его услышали, мы просто в восторге с супругой. Это, ну, прям виртуоз по нашим понятиям. Очень здорово играет. Концерт Данилы Белокрылова стал фактически первым выступлением в музее-заповеднике в этом году под открытым небом. Таким образом, можно говорить о старте летнего сезона. И, кстати, на этот период запланировано множество интересных музыкальных событий. Мы приглашаем на все концерты, которые у нас будут весь летний сезон. Будет много проходить и на улице, и в зале, и на веранде, где на усадьбе, и в беседке, которая сейчас вот проходит концерт, и на летней эстраде. А значит, каждый желающий обязательно найдет себе в Горках Ленинских концерт по душе. Екатерина Коваленко, Владимир Бежонов и Елена Кошелева. Видное ТВ.